церкви «Жатва веры», просили спеть мне песню, и я хотел тоже засвидетельствовать коротко о себе, о своей жизни. Мне 29 лет, и Бог дал такую способность, дары, писать песни, музыку. Покаялся 22 года, и с 13 лет я занимался музыкой. И у каждого из нас есть какие-то дары, способности, таланты. Но всегда дьявол предлагает фальшивку, подделку, чтобы ты свои дары, таланты расточил на мир, а не на Царство Божие. И тем более, наверное, у творческих людей есть такое искушение, что в миру состояться, там песни там, писать для себя, ну, это все тщеславие, да. И вот однажды я тоже стоял перед выбором. У меня была своя группа успешная в миру, там, записали альбом, сняли клип. И самое главное откровение, которым я хочу поделиться для верующего человека, что Иисус однажды сказал: «Прославляющих меня я прославлю». Когда у нас есть искушение делать что-то для себя, реализовываться в миру, если, допустим, это творчество касается музыки, да, это песни какие-то, потому что там, может быть, деньги платят, или там публика там какая-то, да, еще какие-то там шоу-бизнес, клипы, еще что-то. Если ты ролики снимаешь в миру, там может быть, команда у тебя лучше. Есть тысячи причин, почему в миру кажется, что лучше. Так же было в церкви, когда сначала в церкви появилась нужда, не было барабанщика. Уехал барабанщик. Я увидел эту нужду, и параллельно я играл в миру группе, и параллельно я пошел играть в прославление на барабанах. И потом забрали лидера прославления в армию. Пастор мне сказал: давай займись ты служением. И тут я стоял перед выбором, либо мне своими песнями заниматься, это были мирские песни. Я понимал, что разделиться я не могу, разорваться, либо мне надо что-то выбирать одно. И есть в Библии, можно высветить, Галатам 4 глава с 1 стиха. Очень классный стих, по которому я получил сильное откровение, как приходит победа в нашу жизнь. «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенным». Дом Божий – это дом отца. Но часто талантливые люди, способные люди, они не обрезанные. Я был таким гордый, надменный, они хотят самореализации, они хотят внимания там. И в церкви я всегда говорил: да это все дилетантство, вот это все музыка какая-то, вся она непрофессиональна, все это не круто, в миру круче. Вот. И я получил это откровение о почтении к пастору, к лидеру, о том, что Бог прославляет из-под власти. То есть самая большая победа, как сегодня здесь звучало, это победа над самим собой. То есть смирить себя под власть, под отца. И есть сроки, назначенные отцом. Не твоими амбициями, да? Ну, потому что часто наш мотив служения – это может быть собственные амбиции. Я в этом служении не хочу, я хочу туда. Или я вот этим заниматься не хочу, меня Бог тянет туда. Нет, вот как вот говорит отец, да? Подчинен попечителям, домоправителям до срока отцом назначенного. Не который ты сам себе поставил сроки, а который отец твой назначил тебе, да? И ты думаешь, бывают такие времена, как написано в первом стихе, да, наследник, доколе он с детства, он ничем не отличается от раба. Ты думаешь: а где мое наследство? А что я как раб? А что мне все указывают, что делать? А почему я не чувствую свободы, да? Но подожди, придет срок, когда из-под отца ты выйдешь из малого в чужое, из чужого в свое. Когда Бог тебя прославит. Не ты сам себя, а Бог тебя прославит. И так получилось, что 7 лет я во Христе, я принял это решение оставить свою группу. Я погрузился полностью в служение прославления, начал молиться, поститься за это служение, потому что это служение было в запустении, как в Библии сказано, да, носите дерева, стройте, ходите на гору, стройте дом мне, потому что дом мой в запустении. И вот в этом для себя я открыл ключ. Если, братья, если вы увидите в церкви нужду, бегите туда. Это для вас платформа, трамплин, чтобы быть возвышенным и прославленным Богом. Даже если тебе говорят: таскай колонки, потому что некому таскать, беги туда. Будь уверен, что через это Бог тебя подымет. Если говорят: паяй шнуры там, или мотай, еще что-то. Поймите, это самая большая привилегия, когда есть в доме Божьем нужда. Рано или поздно настанет такой момент, когда дом Божий будет полностью устроен. Аминь.
твоя помощь уже не нужна будет. А ты созреешь и скажешь, что мне делать, скажут, уже ничего не нужно делать. Найдутся те, которые прибегут. Я начал восполнять нужды. Я сначала начал играть на барабане, потом ушел лидер прославления, в армию забрали, я стал на его место. И Бог постепенно меня, ну, начал поднимать. Сейчас вот завтра будет презентация моего альбома в городе Тольятти, мобилизационный концерт. У меня большая радость, когда песни, они также служат Евангелием. Бог однажды мне открыл, что через песни это тоже Евангелие. То есть я пишу мобилизационные песни, это тройная сила, да? Когда мы просто проповедуем, делимся Евангелием, а это в музыке. Хвала и поклонение, это музыка, это как, ну, канал между духовным и физическим миром. Это касается сердец людей. И ты туда вшиваешь слова Божьи, да, это касается людей, меняет их судьбы. Это очень сильно меняет судьбы людей. Аминь. Вот. Это очень сильно. Желания в моем сердце.